У третьому сезоні проєкту «Я соромлюся свого тіла» ми не припиняємо вивчати і тестувати людське тіло. І сьогодні мова піде про легені в одному з найбільших металургійних центрів України у Запоріжжі. Здоровые легкие взрослого человека способны за сутки совершить 20 тысяч вздохов и переработать 10 тысяч литров кислорода. А на что способны ваши легкие? Свои запитання Валерий решил поставить мешканцам Запоріжжя. Добрый день, добрый день. Какой объем легких у вас? Димон, какой у тебя? Ха-ха, нескромно. Вы хотели бы научиться правильно дышать? Уже поздно. Молодь Запоріжжя виявилася значно активнішою. Скільки вам лет? 15. 15. Спорим, я зараз вам докажу, що ваші легкі намного старші, ніж ви. Вот там вот стоїть група товаришів, підходіть, зараз проведемо експеримент. Ребят, вот група товаришів, підходіть, да. Йдемте. Йдемте. Як ви думаєте, який нормальний об'єм легких у взрослого чоловіка? Два кубометра. Два. Хорошо, два литра. Два литра. В литрах измеряем. Два литра. Литров 8. 5,5. 5,5. Литра 4. Это то, сколько вы можете выпить в выходной? В домашних условиях измерить объем легких можно при помощи вот такого нехитрого приспособления. Достаточно взять 5-литровую бутылку, немного воды и вот такую вот трубочку. Все очень просто. Вы сейчас продвинете трубочку в горлышко и будете выдувать своим дыханием воду из бутылки. Так вы узнаете объем своих легких в домашних условиях. Прошу вас. Спасибо. Вы не боитесь испортить платье? Как? Ну, ради такого дела можно немножко и испортить. Объясни. Нужно горлышко и выдох. Это не коктейль. Спасибо, сказали. Спасибо. А вы в себя, что ли? Да. Ну, клубная жизнь, она другая, друзья. Поехали. От себя? От себя. От себя. Ну, вдох-выдох. Надо было подождать, посмотрели, сколько можно было выпить. Заодно провели бы эксперимент объем желудка. Итак, у нас 1,2, друзья. Можно где-то так. Можно, можно, можно. Все, поехали. Повітря з легенів, виштовхуючи воду з пляшки, опиняється вище води. Так можна научно побачити, яку кількість повітря містять легені. Это что? 2 литра. Совсем мало как-то. А курим? В середньому об'єм легень дорослої людини 3-5 літрів. У дітей приблизно 2-3 літри. Друзі, я вам должен сказати 4,5 літра. Я просто бросила. Так, курить. Ви бросили курить. Стоп. Стоп, вернитесь. Ви бросили курить. Сколько лет ви курили? Вообще? Да. Ну, стыдно сказать, 26. Нет, нет. 26 лет вы курили, бросили курить, когда? 3 года назад. 3 года назад. Стали себя чувствовать гораздо лучше? Конечно. Занимаетесь спортом? Да. Дорогие друзья, если вы бросите курить, объем легких увеличивается автоматически. Итак, поехали, поехали. Два с половиной литра. Скромный молодой человек. У медицині поняття об'єму легень розкладається на сотні показників. Їх усі можна виміряти за допомогою спеціального приладу – спірометра. Також цей прилад визначає і вік легень. Вдох. Возраст соответствует 20 годам. Сколько вам лет? 15. Нос закрываем. Выдох, вдох и еще раз. Таких звуков. 44 года. А вам 25. 25.
Апарат визначає вік легень за допомогою складної формули, до якої входять близько 10 параметрів. Наприклад, життєва ємність легень, максимальна вентиляція, обсяг форсованого видиху легень та інші показники. І ваш возраст складає 78 років. Курім. Так. З віком тканина легенів втрачає свою еластичність і їхній об'єм зменшується. Окрім цього, існують і інші фактори, як то тривале тютюнопаління чи проживання в зоні з дуже забрудненим повітрям. А на вас, прошу вас. Так. Видох. Вдох. «25 лет. Спасибо. А вам сколько? 35, 36. 36. Вы живете постоянно в Запорожье? Да. Вы занимаетесь спортом? Да. Не курите? Да. Каким спортом вы занимаетесь, кстати? Я танцор. Замечательный результат, результат налицо, прекрасно. Він танцюрист з багаторічним стажем. А ще серед зацікавлених знайшовся професійний йог. Видох. «25 лет вам. А в жизни? 32. 32 года. Ребята, занимайтесь йогой. Майже у всіх присутніх легені не в найкращому стані. Лідер за усіма показниками погодився поділитися з іншими секретом здоров'я своїх легень. Руки через сторони. Делаем глубокий вдох, ладошки вверх. Вдох, 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 вдох. Дотягиваем руки вверх. Большие пальцы перекрещиваем, захватываем как крючками и выравниваем руки в локтях. Потянулись. Хорошо. Через стороны плавный глубокий выдох. Руки в стороны. Вытягиваемся максимально. Начинаем разворачивать руки локтями вперед. Накручиваем на руки грудную клетку. Максимально отводим. Вдох, 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 вдох. Дотянули руки в натяжении. И плавный глубокий выдох. Плечи вперед. Спину округляем. Еще округляем. Плечи вперед. Раскрываемся. Вдох. Локти выносим вперед и сжимаемся максимально, скручиваемся, выдавливаем воздух, выдох и глубокий вдох. Опора правая нога, таз смещаем чуть-чуть в сторону, руки в стороны и аккуратно ловим баланс. Голова, нога, опускаемся вниз, подбородок груди через затылок, макушку дотягиваемся, максимально раскрываем. Чувствуем кончики пальцев рук, чувствуем макушку и ногу, вытягиваемся тихо, тихо, в ногах, в макушку и в руки. Теперь выталкиваем воздух через рот короткими выдохами. То есть делаем глубокий вдох. А теперь подключаем голос и вместе с голосом делаем. Делаем вдох. Еще вдох. И выдохи. Смейтесь, пожалуйста, и это продлит вашу жизнь и расширит легкие. Еще есть один старый медицинский способ развития объема легких. Я вам раздаю сейчас всем перчатки по одной на человека. Прошу, 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 прошу. Их нужно надуть. Ребят, подходите к нам, что вы там стоите, идите к нам, здесь веселей. Друзья, надуваем это все, надуваем, тем самым разрабатывая свои легкие и получаете такую вот симпатичную, смешную штуку. Поддержание здоровья – это не скука монотонных тренировок, это может быть вполне весело. Будьте активны и подвижны. И, кстати, смех тоже продлевает жизнь. Фишка, это вам. Вместо цветов. Спасибо.